Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 27 мая 2021 года. Я продолжаю наш любимый цикл об ожившей поэзии «Замолвите слово». И сегодня мы продолжим наш подцикл из этого цикла, который называется «Шедевры ожившей поэзии». У нас очень много произведений, которые я считаю для ожившей поэзии, это, конечно, шедевры. Шедевры ли это вообще, это время покажет. Но у нас очень много произведений очень высокого уровня и красивых, и гармоничных. И вот сегодня некоторые из них я выбрал. И этот список будет пополняться и пополняться. Давайте послушаем сегодня такие произведения. На стихи Сергея Есенина «Девичник». Затем Галина Вольнберг «Нежная, славная, милая женщина». Затем звучит романс, слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича, точнее, слова Самуила Фрумовича, а музыка и видео, и чтение здесь нашего друга Юлии Дебровой. У нас есть этот романс и в нашем варианте. На сегодня мы послушаем «Звучит романс» в исполнении Юлии Дебровой. Прекрасное видео, прекрасное чтение. Затем послушаем мою старую композицию, одну из первых, на стихи Светланы Шиманской «Я присяду у сердца тихонечко». Прекрасная поэзия и замечательный романс. Затем послушаем прекрасный романс на стихи Вероны Шумиловой «Мама, услышь меня». И книгу как раз покажем вам, обложку книги, которая будет скоро у нас издана. У нас уже издана, но с другой обложкой. Книга Вероны Шумиловой «Ожившей поэзии». Затем послушаем Лариса Рубанская «Кто сказал, что любовь юным только». Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Далее «Свеча» на стихи на замечательной поэтессы Людмилы Бабкиной. Далее «Очаровательные глазки», слова, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Далее, если успеем, замечательную композицию «Послушай песни сердца моего» на стихи Галины Вольнберг. У нас есть книга на стихи этой поэтессы. Затем «Вот так же отцветем мы» на стихи Сергея Есенина. И если успеем, то «Ты не поэт, не Акуджава», слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Итак, начинаем наш концерт из цикла «Шедевры ожившей поэзии». Галина Вольнберг, «Нежная, славная, милая женщина». Я даю все в сокращенном виде для того, чтобы побольше показать композицию. На слова замечательной поэтессы Галины Вольнберг песня называется «Нежная, славная, милая женщина». Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Нежная, славная, милая женщина с тонкой ранимой душой. Ты на судьбе моей кем-то отвечена, ангел ты мой неземной. Пьяный от счастья брожу до рассвета я, образ твой сердце.
смерти храню. Не осуждай молодого поэта ты, я ведь впервые люблю. Не осуждай молодого поэта ты, я ведь впервые люблю. Славная, небом мне послана, душу мою усмирить. Я смелев поспрошаю Господа, разве так можно любить? Разве так можно до боли, до сладостной? Разве так можно до слез? Я подарил все земные ей радости и на край света унес. Я подарил все земные ей радости и на край света унес. Тебя не уйти. Будь же со мной навеки повенчана, Господи, мне помоги. Нежная, славная, милая женщина, мне тебя не уйти. Будь же со мною навеки повенчана, Господи, мне помоги. Приостановим. Следующая композиция – «Девичник». Я переставил «Девичник» на стихи великого Сергея Есенина. Музыка исполнения Самуила Фомовича в виде из интернета из цикла «Ожившая поэзия». Я надену красное маниста, сарафан запретный синерюшкой, позовите девки гармониста, попрощайтесь с ласковой подружкой. Мой жених угрюмый и ревнивый, не любит заглядывать на парней. Буду петь я тапой сиротливой, вышку лишить дробью гарней. Мой жених угрюмый и заглядывать до парней, буду петь я так и сиротливой, вышку лишить дробней и угарней. Как печальны девичьи потери, грустно жить оплаканно невесте. Уйдет жених-то за дверью, будет спрашивать о девической чести. Ах, подружке стыдно и неловко, сердце робко охватывает стужа. Тяжело беседовать за ловкой, лучше жить еще
несчастный да без мужа. А подружки слитно неловко, сердце в руках матывает стужа. Тяжело беседовать за Вовкой, лучше жить несчастной да без мужа. Приостановим замечательную эту композицию. Если вы захотите полностью послушать, надо здесь набрать Фрумович и название «Девичник». Затем нажать на эту лупу или просто Enter. Итак, следующая композиция «Звучит романс» на стихи Самуила Фрумовича, исполнение видео, чтение Юлии Дебровой. Давайте послушаем эту замечательную композицию. Звучит романс, и сердце замирает. Мелодия любви зовет куда-то, и не сложилось счастье, и не любовь, жестокость виновата. Ты не услышала моей печали, прошла ты мимо, не заметив слезы. Тебя другие очень волновали, то убегала в неизвестность, в грезы, а я страдал, молил тебя услышать. Мои слова, мелодия, любви и нежность, но ты летел, ничего не слышал. Тебя манила только неизвестность, и так мы не успели объясниться. Звучал романс, ему ты не внимал, как птица, ты летел и летел, но любовь полета убивая. Звучит романс, и сердце замирает, мелодия любви зовет куда-то, и не сложилось счастье, и не любовь, жестокость виновата. Спасибо с Юлией Дебровой. Это действительно. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на слова, которые я нашел в интернете. Слова Мадияра Айтходжаева. Музыка и исполнение. Друзья, здесь ошибочно сказано. Слова Светланы Шиманской, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Я потом узнал. Здесь ошибка. Итак, слушаем «Я присяду у сердца тихонечко». Прикоснусь, сяду у сердца. Извините, давайте сначала. Я присяду у сердца тихонечко и губами к душе прикоснусь. Пустота, глубина и иконочка вновь разделят со мной мою грусть. А за окнами звезды целуются и любовью наполнен весь свет. Там, где души с мечтою милуются, ничего невозможного нет. А за окнами звезды целуются, и любовью наполнен весь свет. Там, где души с мечтою милуются, ничего невозможного нет. Нам порою судьбою готованы испытания для душ и сердец. Наши мысли навек замурованы в необычный и тайный ларец. И мы бродим всю жизнь непрекаянно, тщетно ищем познания ключи. С тенью боремся зверски,
отчаянно, или грустно и тихо молчим. И мы бродим всю жизнь непрекаянно, тщетно ищем познания ключи. С теми боремся зверски, отчаянно, или грустно и тихо молчим. Вновь бессонница грустью укутала, как загадочно лунная шаль, размышления нитью опутала, навевая тоску и печали. Я присяду у сердца тихонечко и губами в душе прикоснусь. Пустота, глубина и иконочка вновь разделят со мной мою грусть. Я... Приостановим. Следующая композиция. «Мама, услышь меня» на стихи Вероны Шумиловой. Друзья, послушайте новую музыку исполнения Самуила Фоминича из цикла «Ожившая поэзия». Я к тебе опять, надо мне говорить с тобою, только ты умеешь все понять и соперничать с любой бедой. Только ты мне зод волос гладко уставшим рукою твердила, Димка не дорос, чтоб дружить с красоте такою, и твердила, чтоб дружить с красавицей такой. Слезы туши, руки вдруг твои, словно доктор, что всегда спасает, это дар твоей святой любви, что добро благословляет, это дар твоей святой любви, что добро творит, благословляет. Столько боли, столько горя, мама.
остановим. Следующая композиция Лариса Рубальская, кто сказал, что любовь юным только. Музыка исполнения везде самое помощь. Кто сказал, что любовь юного только? Кто сказал, что любовь сердце? Почему? Следующее произведение на стихи Людмилы Бабкиной «Свеча». Музыка исполнения Самуила Промоя. Сейчас послушайте. Войди в храм, пока я молчу. Горит пламя церковной свечи, и в душе сыны праздник, в нашу преданность, Боже, поверь, и в душе. Чёрные свечники пламя
благодать им краем пред нами, воск стекает с иконной свечи. Вновь молебная песня звучит, свечом подсвечники пламя, с благодатью грани пред нами, воск стекает с иконной свечи. Вновь молебная песня звучит. Приостановим, следующая композиция «Очаровательные глазки». Слова, музыка, исполнение Самуила Фроловича. Очаровательные глазки, впервые встретил я в Крыму. Эти ночи делали, и никак забыть я не могу. Теперь уже весной мечтаю скорее в Крым, скорее в Крым, туда, где красотой земною меня сердце поразило, туда, где танго зазвучало и закружилась голова, туда, где я сказал впервые, для жизни главные слова. На стихи Галины Вольнберг «Послушай песню сердца моего».
Тоже замечательная композиция. Друзья, послушайте вот. Послушай песню сердца моего под музыку души. Там слов не надо, где в ритме только счастье одного. Струятся звуки песни звездопада. Послушай и мотив мой подхвати, дуэт сердец, что может быть прекрасней. Ты легкого припева не ищи, аккорды выше мы поем о счастье. Теплотой согрета, ты пой со мной, но только не молчи, не пропускай ни одного куплета. Послушай песню сердца моего, возьми в охапку и беги по свету, добавь частичку сердца своего, и допоем с тобой мы песню эту. И остановим, и последняя на сегодня композиция на стихи великого Сергея Есенина. Вот так же отцветем и мы. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте Самуила Фрумовича. Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость, знать только ивовая медь. Нам в сентябре с тобой осталось знать только ивовая медь. Нам в сентябре с тобой осталось чужие губы, разнесли твое тепло и трепет тела, как будто дождик моросит, с души немного омертвелой, как будто дождик моросит
уж немного омертвелой. Ну что ж, я не боюсь его, иная радость мне открылась, ведь не осталось ничего, как только желтый тлен и сырость, ведь не осталось ничего, как только желтый тлен и сырость, ведь и себя я не сберег для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок, так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок. Смешная жизнь, смешной разлад, так было и так будет после, как кладбище усеяно сад, березы сглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коли нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Коли нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Друзья, я должен закончить этот выпуск. Наше время уже исчерпано. С вами был Самуил Фрумович. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.